Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы сегодня начинаем играть в интересную игру. Ага, War Star Legacy. И смотрите, нам нужно обучить шахтера. Обучаем шахтера. Коститесь шахтера, чтобы управлять им. Добудьте шахтером мешок золота. Так, ведем его сюда и нажимаем на добычу. Все, теперь мы добываем мешок золота. Отменить выбор можно, коснувшись этой кнопки или дважды коснувшись шахтера. Два раза ну вот я раз коснулся, второй раз коснулся. Вот, два раза коснулся шахтера. Дальше что? Обучите двух дуболомов. Ага, пожалуйста, два дуболома. Дуболомы обучаются и скоро появятся. Вот бегут наши дуболомы. Дуболомы? Дуболомы. Хорошо. Первый и второй. В атаку. Нажимаем в атаку и идем смотреть, куда они будут бежать. А бежать они будут сюда. Здесь есть враг. Смотри. Лучник. Он сейчас будет... Да, смотри, он стреляет прям наших дуболомов. Дуболов накинулся, значит, на шахтера бедного. Ты давай на лучника накинься. Все. Ух ты, еще один лучник, смотри, пришел. Ах, и убил его. Обучите армию и покончите с врагом. Хорошо. Будем, значит, действовать. Давай еще парочку шахтеров используем. О, создадим. И одного дуболома. Так, они, значит, дуболомы, я так понимаю. Сразу создаются и сразу бегут в атаку. Но в атаку... А, потому что у меня атака нажата, да? Да, и они нападают. Хорошо, пусть нападают. Так, одного... Один умер. Но у меня еще один бежит. А, смотри, этот Паш убегает, видишь? Охотник. Так, а в режиме защиты вам нужно выставлять армию на защиту шахтеров. Создайте большую армию, прежде чем нападать. А, все понятно, конечно. Ждем. Ждем, ждем. Дуболомов мы сейчас наделаем кучу. А они будут стоять и охранять наших шахтеров. И парочку шахтеров я сделаю, пускай тоже добывают золото побольше. Что у них тут происходит? У них один шахтер. А, нет, смотри. У них появился второй шахтер, который идет тоже добывать. Ага. А у меня сколько шахтеров? У них два шахтера. У меня четыре шахтера. Давайте, шахтерчики, добывайте. Добывайте побольше. Добывайте много. Так, день. А, у меня денег не хватает. Ладненько. Сейчас мы... Давай, дуболумов еще побольше. И вот идут. А, нет, это шахтеры. А где мои дуболомы? Сколько у меня их количество? Раз, два, четыре штуки. Что, пойдем в атаку, наверное? Четыре хватит? Ну вот, в пятером. В пятером, я думаю, в самый раз. Побежали. Пять дуболомов. Я думаю, это вообще нормально. Сейчас мы будем... сейчас мы их всех разгасим. О, все, давай, убегают. И лучник, смотри. Вот лучники, а, смотри, какие они, стрельцы. А, нам нужно просто эту статую уничтожить. Ну, сейчас мы уничтожим. А ну-ка. Внимание, враг вызвал подкрепление. Да ну, какое подкрепление? Там только один лучник вышел. Так, мы срочно создаем сейчас дуболомов побольше. Ага, смотри, у меня два дуболома почему-то воюют с шахтерами. Вы давайте на лучника нападайте. Вот, и уничтожайте статую. Не знаю. В принципе, мы воюем хорошо. Сейчас скоро мы уже статую уничтожим. А, вон, смотри, еще одни лучники. Так, ну у меня дуболомы-то бегут. Их у меня огромная куча. А, подожди, это на автомате у меня стоит или что? Все уничтожили. Ух ты, нам дали эти фиолетовые алмазики. Хорошо. Лучнострелы выбиты со своих земель и отступают на холмы. Продолжить. Мы открыли что-то, что-то открыли. Ага, мы разблокировали именно вот этого стрелка. Хорошо. Продолжить. И еще что-то мы разблокировали, смотри. А, вы разблокировали. Что там разблокировали?
Назад, типа, убегать, да? Что это такое? Ладно. Непонятно. Это что такое? Колчан лучнострела увеличивает 20% к урону лучнострела за уровень. Улучшить, конечно, улучшить. И еще нужно добывателей улучшить. Вот это значит мешок шахтера 20% к мешку. Кирка шахтера скорости добычи. Шлем яромечника. Нет, давай это кирка шахтера увеличим. Все, готово. Отправляемся в магазин. Так, а в магазине что продается? Золотая лихорадка. Шахтеры в течение 30 секунд работают в 2 раза быстрее. Купить. Ну, давай купим. Все, купили. Что тогда купили? Ладно, хорошо. Отправляемся дальше. Яролучник. Играем. О, оба-на. Засада. Ваша армия была атакована аборигенами. Подкрепление прибудет на закате. Продержитесь до подкрепления. Выживите до заката. Хорошо. У вас немного времени. Готовьтесь к обороне. Нажмите инвентарь заклинаний. А, ну давай. Используйте ускорение. Хорошо. Вот, прям молодцы, шахтерчики. Работайте. О, нет, похоже, нападение из засады началось. А, коситесь, чтобы перевести ваши войска домой. А, ну у меня денег, в принципе, много. Я сейчас лучников возьму и это дуболомов. Вот побольше, надо побольше лучников взять. Вот они бегут, засранцы вот эти вот. С копьями. Красные, страшные. И бегут уничтожать мой хиленький такой каменный памятник. Не очень такой прям красивый. Мы пережили эту волну. Коситесь значка обороны, чтобы наши шахтеры могли продолжить работу. Конечно, продолжайте работу, шахтеры. Давайте я еще парочку шахтерчиков. А, денег нет. А эти куда побежали? Эти побежали охранять. Сколько у нас? Двое лучников. А, и двое лучников и двое дуболомов. Хорошо. Ё-моё, а я еще использовал эту бешеную силу, она и кончилась, пока они там прятались в засаде. И я просто потерял 20 алмазов, просто так их выкинул. 20 алмазов красных вот этих, рубинов, наверное. Ага, давайте больше работяг с киркой, давайте, побольше. О, опять какая-то нечисть бежит, смотри. Им опять что-то не хватило, видимо, с того раза. Смотри. Все, победили. А, ну здесь засада, здесь непонятно, как они будут двигаться, да? Поэтому мы давай все-таки возьмем лучников побольше. А, вот, давай используем эту волшебную кирку, они будут быстрее добывать. Хорошо. Так. Все нормально. Будет больше денег. А, тут только можно одно что-то выбрать, да? Либо ты это делаешь, либо это. Они что-то открыли. А, у нас... Подожди, я не вижу. У нас накопилось чего? Много золота? Я так и не успел прочитать, что он там говорил мне. Ага. Вот еще бегут два неудачника. Сейчас мы их уничтожим. Все, они даже не успели подойти. Все, давайте. Надо побольше лучников. Все. Денежек у нас 700. Хорошо. Давайте еще эти, как его... Золотодобытчиков, как их там называют? Которые руду добывают. Вот их нужно с кирками. Побольше пускай. А это золото уменьшается или нет? Интересно, или оно вечное? Оба-на! Кто-то набежал. Давайте рубите их, ребята. Рубите, у вас есть много стрел. Угу. Не просто же вас я сделал. Так, а чего вы все встали? А, в смысле, все, победа? Вы удержали позицию и отбили нападение из засады. Теперь вы можете продолжить марш и атаковать яромечников. Угу, победа. Хорошо. А что мне еще здесь можно сделать? В принципе, улучшить, наверное. Улучшить лучников. Да, 20% к урону лучнострелов за уровень, да. И можно улучшить вот этих ребят. Шлем яромешника сделаем. Давай улучшим. Вот они у меня уже с шлемом будут. А вот этот чувак, что это такое? Замковый лучнострел. Ага. Размер статуи можно, смотрю, улучшить было. А откуда я знал?
Я бы лучше, конечно, размер статуи сделал бы больше. Или корону. Корона, статуя, плюс 2 золота в секунду за уровень. Конечно, блин, надо было вот эту делать. Статую увеличивать надо было. Ну что ж, ладно. Ну, не знал я об этом. Но в следующей серии обязательно это сделаем. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.